После планерки образ следователя с собакой кажется скорее сериальным, чем реальным. На пороге каждого кабинета вместо четвероногой ищейки студентов встречают кипы бумаг. Заключение экспертизы, протокол допроса свидетеля – всего в папке по уголовному делу несколько сотен страниц. К таким объемам информации студентам юридического института не привыкать. Уже мы описали и технически оформили 15 томов, объем которых составляет по 250-300 страниц. И, соответственно, каждый день мы обрабатываем где-то примерно по 5-7 томов уголовного дела. За каждой фамилией не выдуманный персонаж из учебника, а реальный человек. Его показания, как и другие улики по делу, в руках у студентов. Будущие юристы впервые изучают уголовные дела на примере. Студенты уверены, каждый лист может стать решающей уликой. Поэтому к раскрытию дела, в том числе и к бумажной работе, подходят с энтузиазмом. Ну, участие – это, конечно, несколько громко сказано. Присутствие, скорее всего. Ознакомление с процессом проведения, выполнения следственных действий, таких как осмотры мест происшествия, осмотры вещественных доказательств, составление описей, выполнение технической работы. 8 студенток, работающих со следователями, в этом году заканчивают учебу в институте. Практический опыт и теоретические знания, полученные на временной работе, войдут в диплом. Недостатка в информации у девушек нет. Им помогают опытные наставники. Мы стараемся, чтобы они не участвовали, а присутствовали при проведении следственных действий, таких вот, как, допустим, протокол осмотра предметов документов. То есть мы изъяли в ходе обысков какие-либо предметы, документы, и они присутствуют при их осмотре. То есть смотрят, как это происходит, как этот предмет в последующем будет использован в доказывании по уголовному делу. Недостатка в сотрудниках следствие не испытывает, однако управление приветствует свежий взгляд на дело, а значит и омоложение кадров. Анастасия Кованцева, Юрий Санкин, главные новости.